Наталья Два приглашается спортсмен Козлова Марина. Приволжский федеральный округ. Павленко Анастасия. Приволжский федеральный округ. Близко в белой зубе. Козлова Мария. 92-го года рождения нашего спорта. Представляем Приволжский федеральный округ Самарской области. Отпуск Динамо. Первый тренер Юфиев Александр Анатольевич. В данный момент занимается под руководством Идунина Натальи Парагеева. На тотальный один победу одержала Макаева Кристина, Северо-Кавказский федеральный округ. Заняла третье место для своего категории до 48 килограмм. Близко синий фигурный. Павленко Анастасия. 94-го года рождения, мастер спорта международного класса. Также представляет Приволжский федеральный округ Самарскую область. В данный момент тренируется под руководством Герасименко, Гасанова и Заблудина. Лучший спортивный результат чемпионата России 2016 года. Первое место.
Катание для вас победу одержала Павленко Анастасия, Приволжский федеральный округ, и заняла третье место в своей категории до 40-го года.